Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями на протяжении многих лет помогает детям и их родителям исполнить главную мечту – быть здоровыми. Сейчас мы начнем работать на аппарате локомотив. Хорошо? Десятилетняя Лена ходит в центр с того момента, как ей поставили диагноз ДЦП. Кабинет «Локомат» она посещает 2 раза в год. На этом тренажере она нормализует ходьбу. Получаем все необходимые нам процедуры в полном объеме, кроме «Локомата» еще. Но, конечно же, после лечения в таком хорошем центре у нас всегда есть хорошая положительная динамика. У нас уменьшается спастика, самочувствие ребенка. Ну, все отлично. Есении 6 лет. В центре занимается уже 4-й год. В кабинете Монтессори она делает различные упражнения, развивает ручную моторику. 1, 2, 3, 4, 5. Всего 6 3 угольника. Есения очень веселая и сообразительная. На каждое занятие в центре она ходит с радостью. Что тебе здесь нравится, расскажи. Ну, очень локомат. Локомат есть. И все нравится. И все нравится. Еще что? И эти указатели. Сам центр ей очень нравится. В целом занятия проводит плодотворно и непрерывно. Также дети любят заниматься в сенсорно-динамическом зале «Дом совы». Во время занятий у детей улучшается способность контролировать свои движения и выстраивать их относительно окружения. Кроме этого, ребята занимаются с логопедами и психологами. Барабан, труба, гитара или молоток? Гитара. Молоток. Молоток. Правильно. Для кого-то счастье – много игрушек, для кого-то – ходить и быть здоровым. Реабилитационный центр как раз помогает им его обрести. Говоря о годе счастливого детства, хочется отметить, что, конечно же, в этом году будут проведены достаточно много мероприятий, которые будут направлены прежде всего на охрану здоровья и укрепление здоровья. И мы перед собой ставим задачу, как можно больше внедрить современных новых реабилитационных технологий, которые позволят оказывать комплексную, непрерывную реабилитационную помощь. Реабилитационный центр для детей также реализует грантовый проект «Микрореабилитационный центр «Круг». Дети получают услуги по своей программе не только в стенах центра, но и на дому, а родители – дистанционную консультативную помощь. Милена Алексеева, Юрий Марков, Республика.